Вести Хакасия на телеканале «Россия». Я Елена Крылова и главные темы вечернего выпуска. Депутаты предложили муниципалитетам думать, куда тратят деньги. Сегодня прошло публичное обсуждение бюджета 2014. Хотели грызть гранит науки, придется топтать сапоги. Студенты ХТИ отправятся в армию, специальности не аккредитованы. Вместе с «Вести» мы предлагаем нашим телезрителям помочь нам сделать доброе дело. Штормовое предупреждение передает МЧС России по Хакасии. Серьезные изменения погоды ожидаются в ближайшие часы, уже сегодня вечером. Мокрый, сильный снег пойдет по республике, из-за этого возможны перебои с электричеством. Гололед на дорогах, скорее всего, вызовут осадки и перепады температуры. По прогнозам, ночью до минус 11, при этом днем плюс. Сопровождаться ненастья будет ветром с порывами до 18 метров в секунду, а в горах до 22. В Саяногорске больше сотни жильцов многоэтажки рискуют оказаться под завалами. Стены здания размыла вода из собственного же водопровода. Виной всему, уверены люди, ошибка строителей. Десятки лет жильцы пытаются заставить коммунальщиков ее исправить. Результатов никаких. Прочность дома проверили специалисты. Итоги шокируют. Из Саяногорска Ольга Стельмах и Антон Михайлов. В этом доме не то чтобы жить, заходить сюда опасно. Такое заключение дала комиссия и признала бывшее общежитие в Саяногорске аварийным. И дело не в ветхости здания. Вода буквально вымыла несущие стены. Вот там вся, уже там грибок, плесень, тут уже непонятно, что вот завелось. Причина постоянного потопа в малосемейке – ошибка при строительстве. Люди утверждают, их дом, вопреки правилам, не прошел приемку. То есть состояние здания перед заселением никто не проверил. Ну, это естественно, что это как происходило. Пришли, бумаги подписали, передали, все. А что как происходит, это не делалось. Управляющая компания «Жилтрест», которая обслуживает этот дом, категорически отказывается решать проблему. Многие комнаты давно приватизированы, а значит и ремонт только за счет владельцев. Я раз зашла в туалет, и на меня прям поток воды. Потом вот прибили эту досточку, все бежит. Вот здесь постоянно все мокро. Вот мы вытираем вот здесь вот. Приходили к нам мастера, я им сказала, они говорят, о чем проблема? Я говорю, тут живу, сами делайте за свой счет. А мы платим такие коммунальные услуги, это кошмар. Между тем, огромные потери холодной воды каждый месяц раскидывают по общедомовому счетчику. Влажность помещений зашкаливает, от грибка и плесени жилые комнаты атакуют насекомые. Дома клопы постоянно, ну как не дома, а с канализации они лезут, и из-за этого вентиляции мы позакрывали все, чтобы они домой не лезли. Да, конечно, запах, и потом везде мокрота, грязь, это все в комнаты несется. Тут вот даже проводку всю понамочила, все везде трещало, искрило. Мы боялись даже в душе мыться, что так вдруг дети и током, не дай бог, ударят. Однако эти неудобства, утверждают жители, терпимы в сравнении с тем, что в любой момент их дом может обрушиться. А это два подъезда по 50 квартир. Сотни людей, в том числе маленькие дети, рискуют оказаться под завалами. Он аварийный дом, пускай, значит, нас расселяют куда-то с ребятишками. В один прекрасный момент все рухнет, и все, или все, вот эта вся проводка замкнет, и все. Сегодня на руках у жильцов официальное заключение комиссии. Угроза есть и серьезная. Администрация Саяногорска обязала управляющую компанию устранить утечки и провести срочный ремонт, пока опасения людей не подтвердились в реальности. Ольга Стельмах, Антон Михайлов, «Вести», Хакасия. «Евразруда» продаст свои филиалы в Хакасии республиканскому правительству. Буквально час назад нам сообщили об этом сами промышленники. Напомним, «Евраз» собирался и вовсе закрыть рудники в Хакасии, но властям республики удалось договориться с компанией. Республика выкупит рудники в Абазе и вершины Тёи, и они будут работать. Сегодня промышленники и представители Хакасии подписали меморандум о том, что сделка должна состояться в начале следующего года. В Хакасии обновят парк автомобилей скорой помощи, начнут строительство перинатального центра и продолжат реализовывать социальные программы. Сегодня на публичных слушаниях обсудили главный финансовый документ года.
Бюджет на 2014 год экономисты обещают в финансовом плане трудным, но не критичным. Сложная ситуация на мировом рынке повлияла и на наш регион. Хакасия недополучила налоги. В результате доход в следующем году вырастет незначительно, составит более 18 миллиардов рублей. При том, что бюджетные расходы с новыми обязательствами по дошкольному образованию увеличились. Республика потратит практически 20,5 миллиардов. Дефицит более 2 миллиардов рублей. Несмотря на это, затраты на социальную сферу обещают специалисты не уменьшатся. Льготы, программы поддержки – все в прежних объемах и дальше профинансируют из бюджета Хакасии. Депутаты Верховного Совета предложили муниципалитетам в голодный по денежному резерву год более рационально подойти к расходам. Появились и первые предложения по поправкам. Последнее приобретение парка автомобилей – это нацпроект здоровья. Это 5 лет назад последние были. В следующем году 100% износ всего парка автомобильного скорой помощи. И когда у нас падают самолеты и вертолеты, мы начинаем анализировать, а как было техобслуживание, а сколько они эксплуатируются и как. Так вот, в следующем году будет 100% износ. Поэтому обязательно необходимо предусмотреть средства на приобретение автомобилей и доукомплектование. Все предложения обсудят на сессии парламента. Она пройдет ровно через неделю, 27 ноября. Уйдут в армию уже в ближайшее время студенты ХТИ некоторых специальностей. К такой перспективе многие учащиеся очно на первом и втором курсе были морально не готовы. Впрочем, нашему корреспонденту Анне Ахпашевой руководство филиала Сибирского федерального университета в Абакане рассказало, что в неожиданном призыве предупреждали еще абитуриентов и их родителей. Топтать сапоги на плацу, а не грызть гранит наук в скором времени придется этим молодым людям. Признают, перспектива не радует. Первого из одногруппников провожают как на фронт. У нас парня уже завтра увозят одного в армию. Но у нас угроза весной будет, мы еще как 17-летние. Надеялись, что будет у нас срочка. Огорчили. Огорченных сегодня несколько десятков. Это те, кто обучается на бакалавриате по направлениям прикладная информатика и строительство. В этом же направлении не аккредитована и магистратура. Если вкратце, получить необходимые документы в ВУЗ сможет только, когда нынешние первокурсники будут учиться на четвертом, а это не ранее 2015 года. Таков переменчивый федеральный закон об образовании. Впрочем, руководство ВУЗа настаивает, об отсутствии отсрочки предупреждали. Если их этот вопрос интересовал, студентов, абитуриентов, то они, естественно, могли задать любой вопрос, и они бы получили. То есть мы ничего не скрывали, все было это. Но не наша задача как бы ходить и говорить ребенку, что там ты не иди, потому что тебя там заберут в армию. Мы не знаем, заберут их в армию или нет. По нашей информации, не аккредитованы несколько направлений не только в ХТИ. Правда, в других филиалах СФУ в Красноярске, Шушенском, техникумах студенты напряглись и только. Реально получили повестки учащиеся Абакана. Вот эта ситуация, она очень интересная. Почему? Вот, допустим, наш головной ВУЗ, они говорят, что военкомат Красноярска берет только первую страничку, вот эту. Угу. То есть это свидетельство о том, что ВУЗ имеет государственную аккредитацию. Вот для них этого достаточно, и они больше студентов СФУ не трогают. А в городе Абакане военкомат считает, что нужно, значит, вот поднимать и смотреть приложение. Такое особое внимание в рамках закона, и тут уж остается только подчиниться. По данным ХТИ, на службу в ближайшее время реально уйдут 5 человек. Но и они не отправляются в никуда. Академотпуск, хоть и под строевой шаг, сохраняет за солдатом и стипендию, и бюджетное место по той же специальности. Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Практически весь центр Абакана будет закрыт для автомобилей 27 ноября. В этот день в Хакасию прибудет Олимпийский огонь. Непосредственно в день эстафеты проехать будет нельзя по улицам Пушкина, Некрасова, Ярыгина и в центре, в районе Первомайской площади. Точный список закрытых дорог в ближайшее время выставят на сайте мэрии. Также его можно посмотреть в муниципальной газете за сегодняшнее число. Добавим, что автобусы будут ходить даже по закрытым улицам до 15:00. Некоторые дороги перекроют раньше, 25 ноября. С этого дня город начнет наряжать улицы, по которым пронесут факелы. До Олимпиады осталось 79 дней. Набор работников, которые будут обслуживать игры, продолжается. Госкомзанятости Хакасии гарантирует, работа на Олимпиаде законная и безопасная.
Сегодня в Центре занятости населения Абакана прошла ярмарка вакансий. Каждый житель столицы республики мог получить полную информацию о временных рабочих местах в Олимпийском городе. Заполнили анкеты и резюме более полусотни человек, в основном мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Эту документацию сотрудники службы занятости направят коллегам из Краснодарского края. Сочинские работодатели отберут подходящие кадры и сообщат об этом в Хакасию. Гражданин может здесь, в Хакасии, в Абакане, пойти в отпуск без содержания или в очередной отпуск. За ним сохраняются трудовые отношения с работодателем. А в этот период, когда он будет работать на объекте временно, он будет получать там заработную плату. Величина зарплаты по отдельным вакансиям может достигать 60 тысяч рублей. Водителям категории Б, Д и погрузчиков, а также грузчикам обещают около 45 тысяч. Кстати, эти специальности сегодня особенно востребованы в Сочи. Всего же в Олимпийском городе открыто 17 с лишним тысяч мест. В основном требуются специалисты в сфере транспорта, туризма, сервиса. В большинстве случаев работодатели обещают обеспечить временных сотрудников жильем, питанием, униформой. Кроме того, гарантируется полная или частичная компенсация затрат на переезд. Добавим, что получить полную информацию о вакансиях в Сочи можно на сайте. Адрес вы видите на экранах. Количество смертей от сердечно-сосудистых патологий в Хакасии должно пойти на убыль. Сегодня в Республиканской клинической больнице открылась первая очередь регионального сосудистого центра. Специализированная реанимация для больных, перенесших инсульт. Она оснащена самым современным оборудованием для выхаживания таких пациентов. Сегодня его видел Виктор Лушников. Палата интенсивной терапии на 6 коек обошлась бюджету в сумму около 30 миллионов рублей. Но затраты, по мнению медиков, должны окупиться сторицей. Ведь сегодня почти половина всех смертей происходит от сердечно-сосудистых заболеваний. Специализированная реанимация позволит поддержать жизнь пациента в самые опасные первые сутки после приступа. Отделение очень хорошо оснащено. В первую очередь радует, что очень хорошо оснащено самой современной из имеющейся в мире дыхательной аппаратуры. Аппаратура экспертного класса. И мы уже опробовали эту аппаратуру. То есть сейчас в отделении находится больной, который получал респираторную поддержку на одном из этих аппаратов с очень хорошим результатом. Поэтому мы довольны. В палате есть собственный рентген и прибор для УЗИ обследований. Больных никуда не нужно вести. На каждой кровати установлена аппаратура для контроля за здоровьем пациента. Данные поступают к медсестре на центральный пост. Удобство в том, что я, можно сказать, не вставая с места, могу контролировать давление, оксигенацию, пульс каждого больного. Причем я могу измерить артериальное давление вот за столом у каждого пациента. Региональный сосудистый центр разместится на двух этажах республиканской больницы. Это две специализированные реанимации, стационар на 80 коек с отделениями неврологии, кардиологии и нейрохирургии. Общая стоимость центра составит 130 миллионов рублей, а на полную мощность он заработает в первой половине будущего года. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Наша телекомпания объявляет акцию «Вместе с Вести». ГТРК «Хакасия» собирает благотворительную помощь для жителей села Кызыл-Салда Алтайского района. Сегодня у каждого из вас есть возможность сделать доброе дело вместе с нами. В деревне, по рассказам специалистов соцподдержки, нужда практически в каждом доме. Причем семьи не пьющие, просто попали в сложную жизненную ситуацию. У всех дети, есть и новорожденные, есть и 15-летние подростки. Нужна одежда, обувь, постельное белье, бытовая химия. Все можно принести в нашу редакцию по адресу Абакан, Вяткина 12, телефон 22-72-82. Просьба, вещи должны быть чистыми. Мы сами увезем все в Алтайский район и покажем счастливые лица людей, которым помогли именно вы. В Хакасии открылся дилерский центр одного из ведущих мировых производителей автомобилей. Глава республики Виктор Зимин обсудил с представителями фирмы вопросы частно-государственного партнерства. А вечером состоялось непосредственно открытие автоцентра. Одним из первых в новом дилерском центре побывал глава республики Виктор Зимин. С представителями бизнеса было достигнуто соглашение о подготовке автослесарей с использованием современного оборудования дилерского центра. Кстати, автосалон в Хакасии стал 136-м дилерским центром «Форд» на территории России. Об этом шла речь на пресс-конференции для журналистов региональных СМИ. И в нем будут применяться единые для всей компании правила по обслуживанию клиентов во всем мире. Клиенты, которые...
которые к нам приезжают, они могут, помимо того, что приобрести автомобиль у нас, здесь же они могут его обслужить, проведя время ожидания обслуживания автомобиля в комфортных условиях. Также в дальнейшем они могут поменять свой предыдущий автомобиль на новый, и все это в одном месте, что является очень удобным. Причем эта услуга доступна клиентам с момента открытия дилерского центра. Кроме того, первых покупателей ожидают выгодные предложения от компании, впрочем, как и всех, рассчитывающих приобрести «Форд» в ноябре-декабре. Этот дилерский центр отстроен по требованиям импортера, а это, соответственно, современные требования. Оснащен самым современным оборудованием. В сервисной зоне установлены германские аквалифты для подъема автомобилей. В выставочном зале представлен весь модельный ряд автомобилей Ford. В этом собственными глазами убедились гости, пришедшие на церемонию открытия. Организаторы подготовили для гостей множество приятных сюрпризов, в частности, сертификаты на льготное сервисное обслуживание и суточный тест-драйв. Завершилась церемония открытия дилерского центра Ford Абакан красочным салютом. Напомню, что «Вести Хакасия» можно смотреть и на нашем сайте. Его адрес набирайте в адресной строке кириллицей вести-хакасия.рф. И на этом у меня все. Смотрите нас завтра в 11:30. Приятного вечера!